Ребятусики, ребятусики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Продал сегодня вот такую банковскую упаковку. Здесь 50 и 25 копеек Украины. Здесь получается в этой упаковочке где-то килограмм мелочи. Ну, ориентировочно. Тут все вперемешку. Это мелочь из Ощадбанка. Ну, что еще сказать? А, по цене. Так, получается, значит, в принципе, довольно-таки очень и неплохо. 180 гривен, вот так где-то получается. Отправляю и Укрпочтой, и Новой почтой. Так что, кому нужно, заказывайте. Есть и десюльки, 25-ки, гривны. Ну, как-то так вот. Ставьте лайкосы, задавайте вопросы. Комментируйте, не забывайте заказывать рекламку. С вами, как всегда, Мега Дэнди, перекупщик.